Всем привет! Снова с вами канал Чиполинка. Меня зовут Евгений. Сегодня я хотел бы поделиться с вами новостью, которая связана с Японией и немного с автомобилями. Буквально пару дней назад правительство Японии опубликовало цифры о количестве погибших людей в ДТП за 2019 год. И эта цифра составила 3215 человек. Количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях снижается уже несколько лет подряд. И это рекордно маленький показатель за период наблюдения. То есть с 1948 года количество погибших в ДТП в Японии достигло минимума. Но в Японии так было не всегда. Еще буквально каких-то лет 50-х, 60-х годах, когда в Японии начался бум автомобильный, количество автомобилей на дорогах росло, а количество смертей за год в ДТП достигало почти 16 тысяч человек. В тот период еще называли войной на дорогах из-за большого количества аварий и смертей. С тех пор количество ДТП снижалось благодаря мерам для защиты пешеходов и ужесточения штрафов за нарушения на дороге. К примеру, с 1985 года в Японии стало обязательным использование ремней на передних сиденьях при использовании скоростных дорог, а уже с 1992 года обязательно нужно было пристегиваться и на обычных дорогах тоже. Среди погибших в ДТП больше половины – это водители старше 65 лет, поэтому для достижения цели, а цель у правительства Японии – это достичь цифры меньше 2500, а для этого правительство разрабатывает меры для защиты пожилых водителей. К примеру, если сравнивать Японию и Россию, а население России не намного больше, чем население Японии, то за прошлый год на территории Японии в ДТП погибло почти 16 тысяч человек. Это равно уровню 1960 года, как раз тот период, когда в Японии назывался периодом войн на дорогах. Ну вот такая вот небольшая новость. Как видите, независимо от такой большой плотности движения в стране, количество ДТП и количество жертв ДТП снижается ежегодно, но и правительство Японии не останавливается на этом и старается больше заботиться о безопасности на дорогах. Пишите в комментариях, какие улучшения хотели бы увидеть вы на дорогах своего города. Ну а с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!